Друзья, всем огромный привет. Как видите, мы сегодня будем работать со старенькой катушкой на триммере, бензотриммере. Вот для кого не секрет, я думаю, что они разлетаются, ломаются. А вот такой вот вид может быть, когда у вас щенок погрыз всю защиту, пока стояла косилка. Но будем сейчас это исправлять, вернее исправлять, делать вечную почти катушку. Абсолютно бесплатно. Для этого мы сейчас с вами открутим. Она у нас резьба левая, нестандартная, ну, потому что по вращению. Здесь у нас есть гаечка. Сейчас мы ее быстренько достанем. Друзья, пока думал, как вытащить гайку, тут еще одна идейка подвалилась. То есть, смотрите, у нас вот здесь идет в катушке втулочки металлические. То есть, нам можно условно вставить леску, завязать узелок, вставить леску. И можно уже также пользоваться на скорую руку. Просто я буду делать сварочные работы, поэтому, если сварки нету, можно просто простым способом попользоваться еще этой катушкой и сделать леску, и все это будет работать. Решил показать, то есть вот так вот завязываем узелок, чтобы не быть голословным, просто попробуем и проверим, будет ли это работать или нет. Чтобы потом не говорили, что я, может, обманул. Как бы, да, невзрачненько смотрится, но при вращении леска будет натягиваться. Пойдемте попробуем. Как видите, все прекрасно работает. То есть смело можно повторять, и результат, как видите, прям рабочий, из рабочих, и не надо заморачиваться. Но если интересно, что же я сделаю дальше, давайте смотреть дальше. Врезаем гайку. А тут вот такая вот гаечка. Так, сейчас вот этот зажал краешек обрежем. Теперь берем гаечку побольше, вот так вот ставим и зажимаем. И отправляемся в сварочный цех. Берем сварочный аппарат, кричим в округе всем глаза и начинаем варить. Ну, я думаю, все отлично получилось. Сейчас остынет. Ну, в принципе, получилось довольно-таки неплохо. Ну, немножко подобработаем. Для эстетики. В общем, после обработки получилось почти как заводская деталь. Теперь нам необходимо сделать два отверстия, сверлить бусерушком на 4. Ну вот, в принципе, и все. Наша самоделочка, вечная катушка готова. То есть мы теперь можем накрутить. Отрезал кусочек лески, устанавливаем по центру, ну, примерно. Подтянули, у нас получается леска в натяжечку, вот здесь вот болтом притянута. Все, готово. Теперь можно косить постоянно и ничего не будет. Пойдемте попробуем. Wow.
Друзья, как видим, все отлично работает. При необходимости расслабил, новую леточку поставил. И все. Так что пользуйтесь. Если понравился, палец вверх. Пишите ваше мнение. Ну, а я пошел косить. С вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.